Прочь строительные руки от Царского моста. И равнодушные горожане вновь в суде отстаивают центральный исторический квартал. На этот раз речь идет об особняках вокруг моста, по которому почти 200 лет назад проезжал сам император Александр I в ходе своего визита в Екатеринбург. В районе улиц Декабристов Тверитина в прошлом году с карты города уже исчез дом священнослужителя Спасской церкви. И теперь активисты боятся, как бы под снос не пошли и соседние дома. Валерия Алферова продолжит. Этому дому, конечно, угрожает неминуемый снос. И снос будет, скорее всего, осуществлен в ближайшие 2 года. На месте этого исторического комплекса защитники старины видят руины. Здания близ Царского моста, построенные в 19 столетии, в начале века 21-го могут кануть в лету. Активисты в панике, ведь когда-то в этих домах жили священнослужители первой на Урале единоверческой церкви. И это едва ли не единственный квартал в городе, по которому можно совершить прогулку в прошлое Екатеринбурга. Спасская единоверская церковь сыграла очень большую роль в распространении единоверия на Урале и в Сибири. Ее историческая ценность заключается во многом в том влиянии, которое эта церковь оказала на религиозную жизнь Урала и Сибири, ну и также на другие социально-политические процессы. Под угрозой сноса жилой комплекс по соседству. Он был построен в начале 20 века для научной интеллигенции. По слухам, местечко расчищают для современных высоток. Под ковш в прошлом году уже попал служебный дом Спасской церкви. Общественникам не удалось его отстоять. В реестр памятников культуры объект, несмотря на все их старания, так и не попал. Сейчас активисты через суд требуют от уполномоченного органа МУГИСО взять оставшееся здание под охрану государства. Были допущены нарушения законодательства с самого начала, поскольку закон 73-й федеральный предписывает организацию экспертизы участка, предполагаемого к застройке, на предмет наличия или отсутствия объектов, которые обладают признаками памятников, наличия памятников. Поэтому здесь не было сделано, и территория без исследования исторической ценности была отдана под застройку. Защитники комплекса считают, оценку надо было проводить до передачи старинного места под застройку, а Министерство госимущества основывается на заключении недавней экспертизы. Согласно ей, никакой ценности здания близ Царского моста не представляют. Была проведена работа в установленном законном порядке. Были рассмотрены и имеющиеся заключения актов государственной историко-культурной экспертизы, касающиеся данного квартала города. И в том числе акты общественной экспертизы, которые представляли общественники. Было вынесено решение об отказе. Общественники этим результатам верить отказываются. Люди решили бороться до победного. Задача на ближайшее время – добиться проведения новой независимой экспертизы. Главное – успеть до того, как сюда приедут бульдозеры. Валерия Алферова, Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга.